Эй, всем привет, это Дава Дым, и мы находимся в Мамуне и Таганка. И сегодня у нас будет очень веселый обзор, непонятно на какой продукт, к которому у меня довольно-таки скептическое отношение. Это вот такой вот порошок, который сейчас такой ловит какой-то хайп, да, среди кальянной индустрии, это термит. Делают его ребята из Казахстана, скорее всего, потому что чуваков я этих знаю. Они мне его привезли на Арбат, мы там потестили, но ни к чему не пришли. А потом еще раз тестили и наконец-то решили все-таки, давайте-ка снимем обзор и скажем так, как есть. Давайте разбираться вначале, я вот я всегда забываю, да, вот, блядь, говорить сразу цену. Так вот, вот такой вот пакетик 150 грамм стоит в районе 1200-1350. Вот где-то вот в этом диапазоне. То есть получается мы за 150 грамм платим даже дороже, чем Дарксайд и Танжир вместе взятые, да? А, давайте пройдемся по этой упаковочке, я просто прочитаю, здесь очень много текста, и мы быстренько так разгонимся. Внимание! Порция, состав, а также способ приготовления минерального заполнителя термит является интеллектуальной собственностью. Это серьезно, блядь. И охраняется международным законодательством в области патентного права. Гагунь, как думаешь, меня ёбнут за этот обзор, если я скажу, что эта хуйня не работает? Нет. Да, тогда погнали дальше. Копирование и несанкционированное изготовление преследуется по закону. Производится под контролем Stone Mineral Enterprise Израиль. Все понятно, откуда такие цены, блядь. Ладно, идем дальше. Минимизирует, то есть, что он в принципе дает? Минимизирует ощущение горечи табака. Охуенно. Не меняет вкус и аромат. Ну, охуенно. Обеспечивает равномерное курение. Вот тут-то вот у меня вопрос, что значит равномерное курение? То есть он как бы становится просто монотонным, то есть и типа и вообще не нужно прикасаться. Снижает расход табака. А, вот мне интересно, как вот этот вот порошочек, вот он вот такой вот, его насыпать нужно буквально пол ложечки, уменьшает расход табака. Здесь непонятно. Скорее всего, в этой части какой-то маркетинговый все-таки подвох есть. Идем дальше. 100% натуральный продукт. Срок годности 36 месяцев, то есть 3 года. Состав. Композиция 5 минералов. Каолин, монтоморилонит, цианид, рулит. Цианид, блядь, циолит нахуй. Я бы сейчас, блядь, ебать, коллапс навел бы с цианидом, блядь. Мулит, альбит для приготовления кальянов и паровых коктейлей. Перед использованием ознакомиться с рекомендацией на обороте упаковки. У нас здесь есть рекомендация. Поверхностное покрытие табака осуществляется путем равномерного распределения сухого минерального заполнителя на поверхность табака. Рекомендуемая дозировка от 2 до 4 грамм. То есть, собственно, как я и говорил, пол вот этой вот маленькой ложечки. Равномерно и полного перемешивания табака и минерального заполнителя рекомендуется дозировка заполнителя от 3 до 5 грамм. А, если ты хочешь перемешать, то 3,5 грамм. А если ты хочешь, собственно, сверху, то 2,4 грамма. Охуеть! Его можно засыпать в коллауд. Осуществляется путем покрытия дна коллауда или нижней стороны. Я предлагаю просто им коллауды мыть, нахуй. Попробовать, как минимум. Да, стороны... даже фольгой. Можно на фольгу сыпать. Равномерным слоем заполнителя для равномерного и легкого нанесения рекомендуется немного увлажнить поверхность коллауда или фольги. Рекомендуемая дозировка от 3 до 5 грамм. То есть это получается, что может я еще и буду его в шланг засыпать и в колбу, чтобы прям вообще мягко-мягко было. Не меняет вкус и аромат кальяна, минимизирует ощущение горечи от перегрева табака, значительно повышает жаростойкость табака. И вот жаростойкость мы проверим. Мы сейчас забьем новый вкус Дарксайда Гола, о котором я расскажу чуть попозже, и поставим это на 5 углей под коллаут, который у меня сейчас уже лежит на плите просто. И мы сейчас его так, сука, расколем, блядь, что, мне кажется, там сама чашка может от температуры треснуть. И проверим, сгорит ли он у нас за 12 минут.
Курение кальяна требует в два раза меньше сервисного обслуживания. То есть, грубо говоря, ты приходишь такой в кальянную и говоришь: ребята, а у вас термит есть? Они такие: да, конечно, термит есть. Ты говоришь: ну идите нахуй и уходишь. Потому что если у них есть термит, то к тебе нахуй не подойдут тогда, блядь. Потому что уменьшили время сервисного обслуживания. То есть, раньше тебе за сессию курения подходили два раза, то сейчас будет подходить просто когда кальян вынесут и заказ примут. Экономическая выгода 2 грамма термит позволяет уменьшить расход табака без потери качества. Вот это у меня вопрос, я не могу дать ему объяснение, либо какие комментарии. Повышается культура и качество курения кальяна, растет лояльность гостей заведения. Знаешь, если бы я в клубе, бы у меня был бы welcome кокс, у меня бы тоже дохуя было бы гостей, блядь. Ладно, идем дальше. Так вот, сейчас мы забьем чашечку и поставим, собственно, на нее 5 углей и раскаленный коллаут. Так, короче, как эта вся хуйня работает? Мы сейчас засыпаем наш Dark Side Gold, это новый вкус. Я о нем расскажу чуть-чуть попозже, в следующем выпуске, скорее всего. Сегодня, как я говорил, у нас в выпуске термит. Так, мы, короче, засыпали. Суть такова этого. Это, я не знаю, как назвать, кокаина, блядь, или что это такое. Мы, короче, вот так вот, типа, делаем наш дарксайдик. Да? Как мы сами знаем, дарксайд сейчас уже не такой, какой был раньше. Сейчас он горит. А 4 угля, и он начинает гореть. Поэтому мы сейчас положим наш термит. Собственно, про него я только что уже рассказывал вам. Так... по консистенции, как я и говорил уже, это пудрочка. То есть это реально такое ощущение, как будто это простая обычная пудра. Так, мы берем это вот так. И этот кокаин засыпаем. Потом нужно его вот так вот немножко разровнять. Главное, чтобы он был неплотно. Ну, по крайней мере, мне производитель так объяснял. Так, еще возьмем. У нас же 2 пакета. Как я и говорил, производитель мне не платил за это, он просто принес это, блядь, поюзать. Но мы решили все-таки с ребятами с Мамунией затестить это максимально. И снять обзор и посмотреть, работает это чудо техники или нет. Собственно, вот так вот. Сейчас мы здесь отверстие сделаем, потому что дырка у тебя в жопе. Собственно, вот так вот. Сейчас мы загрузим на нее 5 углей и подождем минут 20, наверное. Или 10, посмотрим. И будет ли происходить то, что говорил нам производитель. Собственно, чашечку мы уже забили. У нас есть вот такой вот подарочек. Здесь вот дохуя... Главное, сейчас все руки не обжечь, потом термитом придется мазать. Так, ну уже чисто символически поставим это вот так. Так вот, у нас есть вот такое вот приспособление. Это таймер, на нем ровно 12 минут. Мы сейчас стартуем. Видно? Мы сейчас стартуем и уходим, пока мы сделаем свои дела. А вы пока смотрите. Так, собственно, у нас уже почти прошло 12 минут, и мы посмотрели на этот кальян, блядь, а нам охота была курить. Так, пока еще немного времени идет, давайте поговорим. Когда мы его тестировали, я реально заметил какую-то разницу. Ну, возможно, это было самовнушением, либо чем-то еще, да, потому что мне производитель все это рассказал, как это все круто и все остальное, и я, может, начал этому верить.
Так вот, мы забили на Арбате в прошлый раз. Прям танжика плотно-плотно, с жестким касанием, и он был реально мягким. Здесь, соответственно, становится такой риторический вопрос. Зачем умягчать танжирс? Для чего, если это танж? Как бы все прекрасно знают, что танж должен быть крепким, и для этого добавлять термит тоже непонятно. Фух, ну, блядь, с богом, блядь, я не знаю. Если сейчас реально это будет курица, то, я думаю, у меня вопросов к нему больше не останется. Я продую. Не видно. Давай еще раз, да? Иди сюда, блядь. Это как хуйня, блядь. Попробуй, блядь. Что, нет? 12 минут прошло. Слушай, для Dark Side, для пяти углей. А, ебать. Ладно. Меняю тактику, блядь. Причем он реально мягко курится. Реально, блядь, мягко курится. Правда, немного чувствуется он таким. Короче, да, ребят. Не, ну что, чуть-чуть перегрел, есть, чувствуется. Без пизды. Ну и у нас перегревается и на трех. Ну, тут 5 углей. 10 минут. 25-х. 12 минут. 25. Реально. Реально, без пизды, вот, да, вот, не буду пиздеть там и наговаривать. Но меня подъебало немного. Но курица, он хорошо. Значит, хуйня это работает. И она реально дает маленький совсем вкус, но он теряется. Просто я его чувствую. Потому что я его перенюхал. Ну, не дорожкой как бы нюхал, да, а просто с пачки. И это реально работает. Поэтому я думаю, просто проведите тест. Я знаю, он сейчас у многих есть. Просто сделайте тест так же, как у меня с танжом, допустим, да. И напишите в комментариях, что вы думаете про эту вещь под названием термит. Неужели это единственный какой-то порошок, который реально работает? Потому что мне много приносили разных порошков для отмывания колбы, но это все было как-то так. А более, типа, просто покупайте и верьте в это, то, что она реально моет. А, как? Нормально. Так что это термит, это дава дым, это мамуня таганка, забегайте.